Мужики спят, то ли валяются, не пойму я. Как ни посмотришь, все лежат. А что вы лежите-то? Слава тебе, Господи. Здесь нельзя сидеть, отец. Хоть интересно, хоть двух мужиков увидал одетые. Все раздетые валяются при дороге. Даже копейки не стоят. Слышал, да? Это плохой сайт. Очень даже плохой. Мы поэтому и пришли сюда, потому что нужду во враче имеют больные, а не здоровые. Блядь, все раздетые, говорят, сидят. Я вас не расслышал. Нужду во враче имеют больные, а не здоровые. Поэтому мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге, о вечности, чтобы они знали, что за плохие дела Господь будет судить. Вот, пожалуйста, я показываю книгу. Расскажите мне, пожалуйста, описание Иисуса Христа. Я вам опишу, но только чтобы договоримся сразу, чтобы ни одного матерка не было, ни одного плохого слова. Конечно, конечно, конечно. Как можно материться? Вчера у нас в православной церкви отмечалось День Благовещения. Это благая весть, которую принес архангел Михаил, у вас называется Джибраил. Вот. Деве Марии, которая у вас называется Марьям. И он сказал, что Дух Святой найдет на тебя и родит сына, и наречешь имя ему Иисус. Иисус в переводе на русский язык означает «спаситель». Он возьмет грехи мира на себя. Это предсказание было Божие. Вот отсюда начинается новая эра, эпоха, когда человек имеет возможность покаяться. Когда Христа распинали, через 30 лет он вышел на проповедь, говорил 3 года, учил, оставил учение в Евангелии. Вот. И дальше люди поднялись на него. Преосвященники предали его. Была римская власть там, Пилат. Пилату предали. Подскажите мне, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Многие верят, что многие говорят, но мнение разделяется. Некоторые говорят, что Иисус – Бог, а некоторые говорят, что Сын Божий. Это одно и то же. Это Троица. Это получается... Тут рассуждения никакие не подходят человеческие. Люди, живущие плотские, они плотские о божественном рассуждают. А как Бог сотворить мог из ничего? А согласно сохранению веществ по теории Ломоносова... Да Бог-то зачем будет ваши Ломоносовы брать-то? Бог сказал и явилось. Он повелел, миллиарды галактик появились. Но Бог один. Бог один, единый, в трех лицах. В трех лицах. Это откровение Божие. Святая Троица. А вот мусульмане, они это не признают. То есть они остаются на том ветхозаветном уровне. Это откровение Божие. Вот у меня один вопрос. Я сначала... Иисуса Христа распяли, правильно? Христа распяли явно на Голгофе. Весь народ видел. Да. Он умер, правильно? Он умер на кресте и в третий день воскрес. Как мог Бог умереть? Бог не умирает. Бог бессмертен. Он Бог-человек. Умер по человечеству. А как Бог, его не касались страдания. Божество бесстрастно, как говорит Иоанн Златоуст. Мусульмане Нет, мы судят... говорим не про страдания. Я сейчас говорю. Мусульмане Раз судят нет. так, как вот человек... Они не понимают, что он Бог-человек. Вот в этом вся ошибка. Бога-человек? Да, божество соединилось с человеком. Он и Бог был, и человек. По человечеству он страдал, а по божеству он одновременно был во всей вселенной. Его страдания не коснулись. Как может быть наполовину человеком, наполовину Да вам Богом? Не надо рассуждать. Это ни один человек в мире не знает. Бог сказал, а как? Да никак. По-человечески никак, а по-божественному это Бог откровение сделал. Вот, как в Писании, вот книга от Евангелия, я не помню, глава 7, стих 16. Там говорит Иисус: «Я желаю вам многое рассказать, но вы меня не поймете. Придет Дух Святой, который даст вам то, что я не дал». Он не может вместить, самому миру не вместить. Это 21 глава Евангелия от Иоанна. Я уже не помню, какой стих и какая глава. Он говорит: «Отец более, чем я». Вот, когда говорит, так говорит по человечеству. А 10 глава, 30 стих Евангелия от Иоанна говорит: «Я и Отец одно». «Я и Отец тире одно». Это один Бог. Почему об этом учении были такие битвы, спорили 7 столетий? Вселенские соборы собирались. Вот один из видений, блаженный Августин, он не понимал это. Ну как так? Три... А Бог один.
Бог Отец, Бог Сын. Я сейчас закончу. Подскажите, подождите. В Писании было указано. Вы задаете вопрос и не послушаете. Слушайте внимательно. Потом дальше зададите вопрос. Как может быть так? Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Три. В то же время одно. Он идет по берегу моря. И видит, какой-то мальчик маленький играет, раковинкой из набежавшей волны почерпнет, отбежит, и там ямка, и он туда выливает. Он посмотрел и говорит, а что ты делаешь? Он говорит, я хочу это море вот сюда в ямку вычерпать. Он говорит, так, во-первых, протекает, а во-вторых, это же море. Он тогда повернулся к нему, и зрелому человеку говорит, а как ты решил невместимого триединого Бога вместить в человеческий разум, который все забывает, протекает? Он глянул, никого нигде нету. То есть Бог ему показал, и он сразу так, Господи, прости, о чем я думал. Этого никто не объясняет. Мы принимаем или не принимаем, дело-то веры. Пожалуйста. А вот подскажите, смотрите, вот я вот так и не услышал ответ, в какой главе, я уже не помню, в какой главе и какой стих, но Иисус говорит, что я желаю вам много рассказать, но вы меня не поймете. Придет Дух Святой, который даст вам то, чего я не могу дать. Да это не говорило никогда не говорил этих слов. Там нет этого. Этих слов нет. Это придумали люди, которые враждебны Евангелию. Он говорит, что для вас лучше, если я уйду. Если не уйду, то Дух Святой не придет. Почему? Потому что Он искупил грехи, и теперь наше естество человеческой плоти представляет Отцу Небесному. Воскресшее, конечно, не такое, неизменяемое. И тогда Он принес жертву, и Отец, глядя на искупительную жертву, тогда освобожденному человечеству посылает Дух Святой. Вот в чем смысл. То есть Дух Святой уже явился? Конечно. Конечно, в день Пятидесятницы в виде огненных языков. Деяния апостолов, 2 глава, с 1 стиха. Если вы не знаете, я могу прочитать. Когда... Аллилуйя, Богу слава. Ну что там скрылись-то? Поднимитесь кверху-то, побеседуем о божественном, о вечном. Вам никто это не расскажет. Попрятались, как будто алименщики, будто жены их ищут. Здоровые, крепкие мужики, голые валяются. Поднимись повыше-то, мы побеседуем. У нас сокровище неисчислимое мы принесли. Весть от Бога. Поднимись головой-то повыше-то. Ну, еще бы спрятался-то, как ребенок маленький. Ну, вот как охмурили бабы-то, мужики совсем с ума сошли. Голые. Показывают свои органы, на что они способны. А кроме блуда-то ни к чему не пригодны. А блудники Царствие Божие не наследуют. Все прелюбодеи в аду будут гореть, в огне вечном. И мы принесли эту любящего Бога весть. Великие дивные дела Твои, Господи. Вылазь оттуда, как в норе суслик забился, там сидишь. Ну, подними еще на четверть. Я же вам беды никакой не сделаю, жаловаться на вас не буду, не за что. Понимаете, что с каким сокровищем мы пришли к вам? Вы потом будете искать и не найдете. Мы расскажем вам о наших ресурсах. У нас только на Ютубе 14 700 роликов. Как деревню православную строим. Как идут занятия в университетах везде. Какое миссионерское путешествие было от Владивостока до Лиссабона. А так лежать-то что ты вылежишь-то? Пролежни только. Так не вылезешь оттуда? Нет, да? Ну тогда я ухожу, раз такой боязливый. А боязливый, он на других напустит. Боязливых собак сразу пристреливают. Так что поднимайтесь выше. Зададите вопрос. Я пришел к вам, чтобы помочь, сказать. Еще поднимитесь там на четвертинку-то, чтобы видно было подбородок. Вот, вижу я, что человек бритый. Сразу вопрос, а зачем же бреетесь? Это образ Бог дал. На женщину похожим быть это не надо. Это мужики-подкаблучники, привыкли так. А баба командует. А ты мужчина, это власть твоя. Ты показываешь ей, кто ты такой. Даже вожди мирового коммунизма, Фридрих Энгельс, Карл Маркс, даже Ленин, убийца этот, палач, и то был с бородой. Небольшой, правда. А у Сталина одни усы, а у Хрущева и на голове уже ничего нет. Вот и процесс.
Вопросы у вас есть какие-нибудь? А вы можете зарядить в Ютубе канал «Во свете Библии». «Во свете Библии». Два слова. И вы найдете сокровище, которого больше нигде в интернете нету. И Игнатий Лапкин, это моя фамилия, имя. Это наш канал. «Во свете Библии». А если пожелаете по скайпу поговорить, ну вот фамилия я вам сказал, Игнатий Лапкин, и вы можете выйти на это. Какие вопросы накопятся? Вопросы не какие-то пустые, а о душе. Как душу спасти? Как жить в Боге? И тогда все эти страхи уйдут, как будто не было. А тут прячутся люди. Из-за чего? Понятно, из-за чего. Это место рулетка, только для блуда создана. Она ни для чего больше не нужна. И люди тут ринулись, 80% мусульмане, 50% раздетые мужики валяются при дороге, копейки не стоит. Если вопросов нет, я прощаюсь с вами. Всего хорошего, с Богом. Да, вы можете говорить без матерков, без ругани, тогда побеседуем. Понял вас, давайте без ругани делать. Ну хорошо. Если есть какие-то вопросы духовные, постараемся ответить. У вас вопросы есть, как душу спасти, как в ад не попасть, как жить для Бога и вообще о смысле жизни. Это можно для себя вам, да? Ну, это, пожалуйста, вы говорите, я для вас отвечу это. Потому что у нас ответы все исходят из этой книги. Я понял вас. Вот. Меня Виталия зовут. И мы находимся в Барнауле, Игнатий Лапкин. Я во Владивостоке. Ну, мы в Владивостоке были. Там в вашей библиотеке мои 38 томов книг мы отвозили. А вы пишете тоже, да? Как пишете? Зайдите на наш YouTube, вы увидите, что это такое. Это не просто книги. Книги, которых вообще аналога нету им. Из опыта жизни. Я понял. Мы проехали путешествие, я книги подарил в 650 библиотек, провез на машине. От Владивостока дошли мы до Лиссабона, Прибалтику прошли, Скандинавию, север, 650 городов посетили. Подарили на 35 миллионов рублей подарили книги. А вы не можете помолиться там за меня, а? Дедушка, пожалуйста. А в чем дело у вас? Какой вопрос? Не знаю, вопрос знаете в чем. Вот, как говорится, сейчас уже 44, да. Вот, было все, и, то бишь, мама, и есть брат, есть, и сестра есть старшая. Ну, родные. Папа умер в 18-м, Царстве Небесном. Вот. А сейчас я, короче, как будто все, квартиры есть, они живут в квартирах, а у меня как будто я вообще не нужен никому стал. Вот и все. А вам сколько лет? 44 будет. И 44, и вы уже руки опустили, да? Да так-то нет, работаю где. Ну, работаю, а в душе-то пустота. Ну, понятно. Но вы, вы находитесь в Владивостоке? Да. Ну там же есть православная церковь-то. Сходите, с батюшкой побеседуйте, достаньте Евангелие, Библию, считайте, молитесь, у вас это все хандра-то уйдет. И вы будете понимать, что вы не одиноки. С вами Господь. Церковь – это единение, это общество, это корабль. Не ясно. Идите в Святую Православную Церковь. И у вас все будет на душе по-другому. Понял вас, спасибо большое. А как вы думаете, мне сколько лет? Вам лет 80. О, абсолютно точно угадали. Вот. И у меня нет отчаяния никакого. И я одиноким себя не чувствую. Все время люди. В церковь ходим, друзья, враги. Тебя... Это понятно, без этого да. Да, иначе она жизнь-то такая будет, мореная. Ну да. Если вы хотите быть занятым, зайдите на наш YouTube. «Во свете Библии» называется канал. «Во свете Библии». На YouTube? Да, на YouTube. «Во свете Библии». Зарядите. Я понял вас. Игнатий Лапкин, чтобы там было понятно. У нас там 14 700 роликов.
Понял, дедушка. Спасибо большое. Ну, слава Богу тогда. Если вопросов нет, тогда я отхожу от вас. Ну, ладно. Всего доброго. До свидания. Господи Иисусе Христе, нет спасения нигде. А люди валяются. Они не знают, что за них дорогая цена заплачена. Жертва Иисуса Христа, кровь Его, пролитая на Голгофском кресте. А люди забыли Тебя, Господи, и не чают, с чем придут к концу своей жизни. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе за искупительную жертву Твою, за любовь Твою. И мы молим Тебя, Господи, пошли добрых проповедников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам, и всем возвести истину Твою, как Ты возлюбил этот мир, что отдал за него единородного Сына Своего Иисуса Христа, который был распят, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ты оставил нам святую Библию, ибо Слово Твое, изреченное в ней, по-прежнему живо и действенно, которое действует до разделения души и духа и состава мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Благодарю Тебя, Господи, за свет нового дня, которого мы недостойны. Хвала Тебе! Если у кого есть вопросы, можете задать. Никого. Будет людей, неверующих, дела верующих. Да вы разве поймете наши дела? Мы говорим о рождении свыше, о водительстве Духом Святым. Жить безгрешно, свято. Вот я ответил вам. И все наши устремления на это направлены. Вы же, если к этому не имеете никакого отношения, вам не понять. Вы мирские дела даже, и то у вас запущены все. Целыми днями лежат, едят и пьют. Разве это годится? Ну, ты вот сейчас сидишь, а они тоже сидят. Нет, не сидят. Значит, ты тоже ничего не делаешь. Я делаю. Я делаю то, что люди новые восстают. Да я свое отдел. Ну, ты говоришь, они все лежат, едят и там лазят. Голые ты лежат. Ты сейчас сидишь. Голые. Я не просто сижу, пришел. Я отвечаю на вопросы. А чтобы отвечать, мне 56 лет надо было учиться. Ага. Это не просто. Я отвечаю на все. Политические, экономические, социальные, религиозные. Пришли, потому что здесь один блуд творится. Здесь 80% мусульман примерно. Пришли сюда, своих жен оставили, а тут шатаются. Тут голые, блудницы. Они уже тут учуяли, где падаль лежит. Да, точно. Ну, я им говорю, у вас дома 4 жены официально разрешенные. Надо колым платить. А тут 44 даром и сиськи висят. Конечно, ты прибежишь сюда. Как весной, когда кобыл кроет жеребцы. Все, ха-ха-ха. Я говорю вам по правде. А где находишься, отец? Я нахожусь в городе Барнауле, Алтайский край, Игнатий Лапкин. А, далековато, да. Вот если вы хотите больше узнать, а не лежать, не валяться, тогда зарядите в Ютубе, «Во свете Библии» наш канал. И вы оттуда не вылезете, вы будете день и ночь там смотреть. 14 700 роликов. Как по всему миру мы ездили, как проповедовали, как в Америке. Здесь до Владивостока, до Лиссабона, Португалию прошли, Скандинавию, Прибалтику. У меня 38 томов вышло книг. Я решил подарить библиотеке мира. И проехали 650 городов. Молодцы. И сделали подарок на 35 миллионов людям. Чтобы люди были другие, дети были при них. Чтобы не воевали, а любили друг друга. Ну да, этого и не хватает. Ну вот мы за этим и пришли. Я сижу. Я не сижу, я только сейчас спустился. Наверху был, у меня 3 голубятни. Мы строим деревню. Так я тоже только с работы пришел, вот валяюсь. Ну это с работы, это ладно, с работы. Сон нагоняю, сон, дед, сон нагоняю. Днем не надо ложиться, даже если ты работал. Так, на диван маленько облокотись. У тебя голова здесь, пригон крови. У тебя тромбоз будет, и ты умрешь. Молодые люди так гибнут. Не дай Бог, так слушай, все, что я тебе говорю. Вам сколько лет? Мне 35. А мне 80. Кто кому старше?
Говорю то, что пережил за Слово Божие. Меня Бог провел по таким местам, где не каждый бывал. У меня за плечами 5 тюрем. 5 тюрем? Да. Почему? За Слово Божие. Я первый в стране распространил архипелаг ГУЛАГ. Брал интервью у репрессированных. Людям давал знать, как надо жить. Насчитал Библию, 50 книг, и все это распространил.